А хорошо, давайте, Нина, я иду к тебе. Представься. Нина Мусагитова. И я хотела, во-первых, поблагодарить вас, потому что в театр оперы и балета у нас почему-то в последнее время не попасть. Я захожу на сайт, а там уже все билеты давным-давно проданы. И у меня к вам вопросы. Я сегодня действительно понимаю, что я некоторые песни слышала впервые. Каким образом вам удается передать то, что я сидела и пела вместе с вами, и понимаю, что песню слышу впервые? Откуда мы знаем слова этих песен? Откуда это волшебство? Я могу только сказать одно. Видимо, вы очень тонко чувствующий человек, который воспринимает все на уровне телепатии. А может быть, у вас открылась какая-то неожиданная способность. Еще самое интересное. Мы дети Советского Союза с Алексеем. И песни большинство мы поем те, которые, по сути дела, рождены именно вот, несмотря, что это ретро, что это романсы, что это бардовские какие-то авторские песни. И, конечно, потому что к душе лежит больше. Мы не поем нашу российскую эстраду, потому что нам не нравятся тексты. Ну, почти. Нам важно в песне, какой заложен текст. Ну, наверное, потому что, да, мы ранимые души. И те, кого из вас тоже ранимые души, те, соответственно, и поют с нами, чувствуют так же.